Всем привет! И сегодня у меня вызов принят. Да. Короче, первый вызов это спеть любимую песню с мукой во рту. Вот мука. Установите приложение ЦИАН с новостройками по ценам застройщика. Начните свой день с BigFlex. Короче, сейчас. Так, короче, я должна спеть любимую песню с мукой во рту. У меня есть для этого ложка. Если что, вода. И тазик. Мини-тазик. Поставлю рядом. А, я придумал. Open Kids, кажется. Пишите в комментариях, знаете ли вы эту песню. Нет, хотя, если ты меня не любишь, Егор Крид. Теперь у тебя есть повод заходить в Бургер Кинг. Я думаю, уже все постелил. За 99 рублей. 9 наггетсов. Так, беру за 69 рублей. Бургер Кинг. Цена огонь. Да просто моя любовь. А я тоже нет. Алло. Юля, ты меня забудешь. Стой. Я хочу Давайте хоть последний день отдыха поменяемся чемоданами. Да, я на пляже вас ушла. Короче, люди, не повторяйте этого. Это была моя самая наиглупейшая ошибка в моей жизни. Потому что это ужасно. Так, ну, а мы переходим к следующему. Второй челлендж – это взять лимонную соду, лимонную кислоту, мне уже плохо, и съесть ее. Сейчас. Короче, вот, я взяла, помыла ложку, теперь беру лимонную кислоту и насыпаю. Я беру половину ложки, потому что она мне кислющая, вы даже не знаете насколько. Слава богу, что вы еще не знаете. Точнее, не знаете. У меня нет дома лимона, поэтому я взяла лимонную кислоту, а лимонной кислоты у меня дофига. Так, значит, насыпаем. Я буду честно насыпать. Капец. Вот стекла. Я повторяю, что она очень кислая. Жутко кислая. Даже, наверное, кислее, чем сам лимон. Ладно, что не поделаешь ради своих подписчиков. Раз, два, три. Итак, 30 лет. Кай провел в царстве снежной королевы. Одежды все не было. И медведь, которого ты тюленем обмотал. И тюлень, которого ты медведя допекал. И полярники, которых ты на лыжи натянул. И пингвины, которых ты на британский флаг порвал. Это потому, что у меня холодное сердце. Это потому, что у тебя отмороженные мозги. Ты отмороза, Кай. Слушай, ну ты как что-нибудь сморозишь? Не Кай-Кай. Слушай, мне надоело, что меня все время Кай называешь. Называй как-нибудь по-другому. Называй Вай. Выкладывай, Вай. Чего выкладывай? Выкладывай слово «вечность» и уходи из моего замка, пожалуйста. Все, мне плохо. Я сейчас сдохну. Короче, это ужасно. Как я и говорила. Попробуйте. Вот купите именно вот эту. Вот именно вот эту. Вот ее. Ее. И тогда вы все поймете. Сейчас я проверю, чувствую я вообще что-нибудь. Так. И последний челлендж на сегодня. Третий. Это соль. Прекрасная соль, которую я ненавижу. Сейчас. Я бы смыла эту кислоту городскую. Так, все. Теперь я беру соль.
я шла-шла и свернула не туда. Замуж за алкоголика вышла. Все, хочу я. С ним алогизм произошел. Он пил-пил и высох. Так что я сейчас одна. Поехали, Кать. Никуда я с тобой не поеду. Ты старая. Лучше с холодной молодушкой. Так, все, я половину тоже насыпала опять. Беру свой любимый тазик уже на сегодня. Какая я старуха! Все, я хочу виски. Глотнись, лед. Лед укает сердце. Я больше вам не дам, собьетесь. Так. Ну ладно, все тогда, все, поехали. Уезжайте уже. Куда ехать? Не помню, куда мы едем? Я тоже не помню. Я вообще не помню, что у нас дальше. Ну, наверное, между нами что-то должно произойти. Что может произойти, мы брат и сестра? Я тоже не помню. Дорогие друзья, иногда в новогодние праздники вы не помните, что дальше или что было. Но не надо паниковать. Да, выйдите на свежий морозный воздух, подышите и приведите себя в чувство. Числа, это к 9-го. Все, у меня пусть не могу. Мне сейчас тошнит. Проверка. Все. Теперь у тебя есть повод заходить в Бургер Кинг каждый день. Короче, если вам понравился этот вызов принят и вы хотите вторую часть, то пишите в комментариях. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и не забывайте поставить колокольчик. Нажать на колокольчик. А с вами была Полина.